Прости, чувак. Ничего личного. Какой интересный молодой человек. А вот тут мы его и примем. Надо готовиться. Давай, выходи. И где он? Долго очень лутаешься, чувак. Ничего личного. Ё-моё. Прости, чувак, ты сам нарвался. Так. И у меня зона. Я, по идее, знаю, где он. Хорош. Просто по красоте.
А, стоп. Почему я видел от первого лица, интересно? Упс. Напугал товарища. Вообще не понимал, откуда по нему летит. Нефиг пиздить мой УАЗик. Так, что-то тут очень много трубцов. Очень много трубцов по моей вине оказалось. И мне это нравится. Опа. Не надо было шуметь. Блин. Очень плохо. Зона пошла. Так, лечимся. Хорошо. И осталось двое. Зона не у меня. Ну вон там, кажется, чувачок в кустах. Не пойму. Очень может быть. Так. Смотрим дальше. Очень внимательно. Ага. Так. Один на один. Это хорошо.
Или плохо. Не знаю, надо вообще забустаться бы, было бы неплохо. Так, и бежать. И бежать. Угу. Понял, где вы, господин. Зачем вы только стреляли, непонятно. Ну, видимо, показалось. Самая забавная победа. У меня первый раз такое, чтобы чувак умер за пределами зоны, и я победил. Ну ладно, спасибо ему. До свидания. Ой, блин. Кошмар какой. Скотина. Чё вы тут все забыли?
потому что он не в зоне, а он в зоне. Так, в живых два человека. Хорошо. Ой-ой. Сейчас просто тупо на хиле будем. Ой. Так. Лечимся. Смешная зона. Как всегда, ребята, надеюсь, что у вас отличнейшее настроение. Всего вам самого хорошего. Всем пока, ребята.